Ну, три топора, я думаю, стоит отметить. В общем, стоит у меня Сиджи. И, кстати, он, хочу сказать, реплики подает. Я тут пока, вот, играл на скрипке, а он стоит и реплики подает. Вот. Ну, в общем, все это вы видели. Нет, сейчас я уже играть не буду. Что-то, видите, окна темные, да? А на улице, между тем, уже светает. 5:28. Короче, ладно. Думаю, я сейчас выйти. А выйти из комнаты, совершить ошибку. Вот. Видите, сколько это спелых яблочек. А снизу их и не видно. Смотри-ка-то. А тогда будет сейчас пойти просто ее тряхануть, и все, и они упадут. Как вы думаете? Да, я тоже так думаю.